Здесь 100 подписчиков на моем канале. Я замучил бы окуна. Переднее сальто. Элемент несложный, непростой, нелегкий, несложный. Ну, в общем, страшненький. Обучалок куча на переднее сальто. Я сделаю так, как учил я, собственно, в домашних условиях. По сути, это высокий кувырок передний с постановкой на ноги. То есть тот же самый кувырок, только вы должны не касаться спиной ничего и встать на ноги. Соответственно, для этого нужно уметь обычный кувырок. Кувырок делается с непрямой, а согнутой спиной. Голова желательно подгибается и касается подбородка. Грудь подбородка касается. Но ни в коем случае не закидывается. Можно даже вот так оставлять. Дальше ноги не вот так, чтобы вы не коснулись ничем. А хотя бы вот так. В идеале это, конечно, будет вот так. Собственно, не буду ничего затягивать. Сделаю ее максимально краткой и четкой. Изучим в 3 шага. Первое. Кувырок. Кувырок без касания руками. Резкий кувырок с постановкой на ноги. Это будет выученное сальто на диване. После этого вы сможете сделать на земле. Сделайте то же самое на земле. Все те же 3 шага. И поставите на ноги. Вот. Только сначала нужно сделать все на диване. Собственно, сами шаги. Вам нужно подготовить что-то мягкое. И на это что-то мягкое выше колена, ниже пояса сделать кувырок. Отлично. Уж половина работы сделана. Вы сделали кувырок. Молодцы. Теперь делаем его, не касаясь руками. Вы должны упасть не на голову, а перемахнуть голову и упасть на лопатки. И перекатиться, чтобы вы перекатились мягко. Поверхность должна быть мягкой, ну или хотя бы, и обязательно не хотя бы, спина круглая. Собственно, вот пробуем. Это уже будет практически сальто. Нормально. Выглядит как переднее сальто. Но я коснулся спиной, да. Теперь я добавлю более высокий прыжок, подмах некоторыми руками, и головой занырну, и встану на ноги сейчас. Ну не на ноги прямые, потому что я все-таки наверх делаю. Все. Вот и все. Я поставил его на диване. Если бы здесь не было дивана, я бы встал на согнутые ноги, как и надо. Делайте теперь то же самое. Выкладываете на пол эти подушки, делайте кувырок. Кувырок без касания. Прыгивайте повыше. И делайте. Если вам страшно упасть на голову, вы не упадете, если вы делаете кувырок. Точно. 100% сделайте то же самое. Голова там очень быстро проходит крутку и падают в основном люди или на задницу, или на спину. Спина в худшем случае, чаще всего на задницу. Что? Почему эта ошибка возникает? Крутка низкая. То есть она вот в этой же плоскости происходит. Она... Люди не упрыгивают наверх, они боятся. Чтобы этот страх исчез, найдите такую мягкую поверхность, чтобы вы могли взять и упасть на спину. Нет, нет, без заднего сальто, просто вот упасть лошмя, и вам не было больно. Теперь пробуйте сделать то же самое вверх, тот же самый кувырок, только заведомо упасть на спину. Заведомо. Получилось? Окей. Вы можете приземлиться на пятки и на задницу одновременно. И чтобы вам не было больно, мягкая поверхность. Она есть. Дальше. Вы можете улететь головой в колени. Чтобы в колени не улететь, группировка широкая. Все, вам ничего не угрожает. Вообще ничего. Берете и делаете. И делайте столько раз, столько, сотню, тысячу, миллион, пока вы не решите сделать на земле. Можете убирать поверхность, делать ее все менее мягкой. Делать на менее мягкую поверхность, и вы поймете, что элемент несложный. Он был страшный, но несложный. У вас есть мягкая поверхность. Вы можете в любой день положить все. Вы можете начать с самого начала, положить опять гору подушек и сделать на ней. Вот реально, ничего не угрожает. Главное, шея сюда, группировка сюда, спина круглая. Все, выше как люнь. Подмах руками можно как бы делать, можно и делать. Но вот с ним гораздо правильнее. Подмах руками не просто для вида махнуть, а согнутые руки вот так, как угодно. Просто главное махнуть им резко.
Ваша задача перепрыгнуть высокое препятствие, высокое, и потом только сгруппироваться и махнуть руками. То есть, грубо говоря, вы должны находиться вот в этом положении. Не сразу. Вы будете низко тогда прыгать. Вам нужно выпрыгнуть вверх, оказаться примерно в таком положении, и потом сгруппироваться. В принципе, все.